Ого. 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 Нет, 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 нет. Всем привет, с вами Никита. Вы просили, чтобы я сыграл в игрушку One Level 3, Побег из тюрьмы, третья часть. Эта игра не так давно вышла. Здесь очень много боссов. Нашему Стикману надо будет как-то сбежать из тюрьмы. Уровней тоже очень много. Но давайте начнем с того, что пройдем первого, самого первого боссика. Я немного уже начал играть, посмотрел игру, игрушка вроде бы неплохая. Первый босс, давайте его, ребята, пройдем. И потом будем дальше двигаться. Смотрите, какой у нас первый босяра. Это кубик. Так, красный. Короче, босс, у которого башка в виде большого кубика. Ну, здесь, в принципе, не очень сложно. Нам надо по цветам. По цветам нажимать на кнопки. Он показывает на своем кубике какой цвет. Зеленый. Зеленый. Моргает зеленый, значит, бегим к зеленому свету. Отлично. Интересно, какие, ребята, будут дальше боссики. Интересно, какие будут дальше уровни. Так, поехали. Спокойно, синий. Ух ты, синий очень высоко, ребята. Можем не достать. Не успеть. Нормально. Ей, заскочили. Так, зеленый был, красный был, синий был. Остается желтый и оранжевый. Давайте я на желтый встану. А он мне показывает оранжевый. Так, есть оранжевый. И сразу сейчас бегим к желтой кнопке. Так, все, погнали быстрее, ребята. К желтой кнопочке. К желтой кнопочке. И сейчас боссика мы уничтожим и пойдем дальше по уровню. Так, отлично. Что, босс, взрывайся. Есть. Ребята, есть. Отлично, дверика открылась, мы уходим. Ну что, поехали дальше. Как улитка, как улитка, как улитка. А, все, я понял, ребята. Фишка этой улитки в том, что мы медленно, очень медленно двигаемся. Как я посмотрел, первые 10 уровней, 12 уровней были построены на этой же локации. То есть, в принципе, ничего не меняется. Меняются только объекты. Вот это неудачно. Неудачно. Ты что, Стикман? Так, потиху. Опачки. Есть, есть, есть. Медленно, уж очень медленно мы ползем потихонечку. Да, проблемки. Тут могут быть, ребята, проблемы, можем подколоться. Я надеюсь, что все будет нормально. Ключик в кармане, дверька открылась. Ну, я думаю, ничего нам уже не угрожает. Просто очень медленно, мы очень медленно проходим этот уровень. 13 уровень, как улитка. Так. Есть. Градиент. Так, много ключей. Ребята, много... Ага. И смотрите, какая дверь разноцветная. Синенький вверх, голубой какой-то вверху. И чё? Надо, наверное, с голубого начать. Или что? Или просто все ключи пособирать. Ну, может быть. Так, окей. Вот сверху там очень будет тяжело, я так понимаю. Там эти шипы. Шипы расположены, надо, наверное, вот так. Да? Ё-моё. Есть, достал. Хорош. Ё-моё, опасно. Опасно, ребята. Последний ключ. Или всё-таки по цветам надо. Да, есть, мы достали градиент. Такой ключик разноцветный. Есть, прошли. Отлично, легкий уровень. Страшно представить, что будет дальше, ребята, на следующих уровнях. Так, по местам. Ага, все понятно. Нам надо по местам растаскать эти кубики. Так. Ну, тут, в принципе... Оп. Так, вроде... Надеюсь, поставил. Так, это туда пойдет. Нажимаем кнопочку. Самое главное вот этот взять. Его стащить. Так, так, так. Ну что? Да, все без проблем, ребята. Следующий уровень, это что такое? Ё-моё. Я так и не понял название, не успел прочитать. А нет, никакого тут названия нету. Ух ты! Оу! Походу, ребята, сейчас придется нам брать подсказочку.
А мы можем приседать, что-нибудь такое? Ну же, давай, как-нибудь столкнешься или не столкнешься. Ладно, ребята, смотрите, сверху есть подсказка. Или давайте выйдем. Так, подождите, давайте зайдем домой. Перейдем на уровень 16. Нет, ничего, как... Ё-моё! Нажал мышкой и лопнул его. А, в этом весь и подвох. Точняк, ребята, в этом весь и подвох, что ты не знаешь, что делать. Начинаешь метуситься, использовать подсказки, смотреть рекламки. Ёшкин ты матрёхин, как я мог сверху попасть на эти шипы, наткнуться. Так, давай, быстрее, Стикман, хочется быстренько проходить, быстро, молниеносно эти уровни. А мы вот так надо было, да. Вообще не надо было прыгать туда никуда, вверх. Так, странные весы. Пока ничего. Опачки, я понял. Вы видите? На халяву, короче, ребята. Ух ты! Весы какие хитрые. Надо как-то сразу быстро это все делать будет. Не, надо еще, наверное, подтолкнуть. Ё-моё! А, их вот так даже можно просто подбивать. Так, вот так мы залезем уже. Надо сразу с двух прыжков. Опачки. Пока нормально. Здоровенный ключ, который я не могу. Который я уже могу. То есть мы просто прыгаем на него. Вот так. Давай его будем топтать. Короче, топчем. Топчем ключик. Топчем. Давай. Ну все уже. Может, хватит тебя? Нет, еще. Давай еще пару раз. Все. Нет, еще не все. Так, отлично. Поехали. Есть, прошли, ребят. Помощник. Ух ты, ребята, кто это такой? Смотрите, маленький чувачок. Ладно. И что-то помощник делает. Он нас спасает, типа? А, мы, наверное, должны столкнуть Стикмана. Давайте я сразу здесь туда стану. Так, вот так. Ось так. А да, все, видите, как бы вроде не так уж и сложно было. Опа, новый уровень. Все равно не прочитаешь. Ё-моё. Тут сейчас такими лагами. Так, ё-моё, откуда-то мы выпрыгнули. Надо сверху. Нет, туда нельзя. А, вот сюда надо. Опа. Так, стоп. Стоп, ребята, я запутался уже. Как до этой кнопки долезть? А, все, я вспомнил. Так, вот сюда. Вот сюда. Все, чисто по памяти, да, проходим мы его. Оп. Опачки. Да, вот так. Иди сюда. Да, вот это, конечно, сложный уровень. Так, погнали, ребята, отсюда сматываемся. Ух ты, конечно, уровень. Регулировщик. Ребята, новые какие-то уровни пошли. Ё-моё. А, вниз. Вверх, вниз, давай еще пониже, вот так. То есть нам надо сделать какую-то ступеньку, ребята, я понял. Какую-то ступеньку. Значит, с этой начинать. Это вниз. Опа. Да, вот так, чтобы мы отсюда начинали, мы будем прыгать. Потом на эту прыгаем, значит, это надо чуть поднять. Чутка поднимем. И эту еще более поднимем. Ё-моё. Ну, я думаю, этого хватит. Оп. Опасно. Ё-моё. Так, давайте сразу начнем отсюда. Так, эту повыше. И давайте еще повыше, вот так. Надо очень, может, высоко. Так, эту пониже чуть. Это еще ниже. Вот так.
Ну что, пробуем. В прошлый раз не пошло дело. Ё-моё, ну... Да блин. Ты прикалываешься. Надо, значит, я что, еще выше, ребята, поднимать? Вот так. Вот так. Ну. Ну. Ё-моё, наткнулся. Вот это сложно. Так, это значит сразу повыше. Нет, нет, выше, выше, выше. Ё-моё, надо, наверное, еще выше чуть. Да блин! Вот так. Вот так. Вот так. Запрыгнем уже сюда, я думаю. Есть, ребята. Мы взяли ключаку. Выход. Так, а когда у нас, ребята, босик появляется? Давайте посмотрим. Босяра, босяра, босяра. Ты где? 22-й проходим, 23-й проходим, и у нас будет босс. Осталось два уровня, в принципе. Ну, давай, погнали. Выход. Ага. Да, есть. Те буквы так были лишние, для того, чтобы нас запутать. Ну хорошо, ребята. Последний уровень перед боссом. Ты в стране чудес. Все, я понял, мы стали маленькие. Ё-моё, мы еще уменьшаемся. Мы подрастаем. О, подросли немножко. Все, подросли, и сейчас будем уменьшаться. Да, уменьшаемся. Ё-моё, надо будет, короче, ждать. Так, есть, ребята, взяли мы ключик, открыли мы дверь. Что, боссик? Да, ребята, босс. Босс в виде ключа. Надо запоминать. Вот это ё-моё. Я вообще не понял. Короче, дело плохо. Так, ну ладно. Давайте будем следить. Следим. Ага, он сюда, сюда. Вот здесь он. Вот здесь он. Да, мы попали в него. Идем дальше, поехали. Опа, скоростяк увеличивается, скорость увеличивается. Я слежу за ним. Ё-моё, что такое? Есть, попали. Сколько раз надо? Так, идем дальше. Ого, 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 ого. Нет, 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 нет. Короче, ребята. Попали! Мы прошли босса! Я в шоке с первого раза. Король рычагов. Ну что, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Смотрите, мы и так неплохо прошли. Вот, у нас все боссики. У нас уже этот кубик появился, ключ появился. В принципе, игра такая зачетная. Смотрите, сколько мы прошли уровней. То есть мы прошли 23-24 уровня, а уровни здесь, посмотрите, просто жесть, сколько их много. И я так понимаю, они еще будут появляться. Ну что, ребята, на этом все. С вами был Никита, поставьте палец вверх, напишите свой комментарий, что вы думаете об этой игре. До скорого, пока.